Елена Хлынова. Человек не может хорошо делать два дела одновременно. У каждого свое предназначение. Это разные вещи. Делать два дела и у каждого свое предназначение. Сделайте одно дело так, чтобы вы были удовлетворены его результатом. А затем другое дело. Можно, конечно, два дела одновременно делать. Грубо говоря, человек варит суп, и пока он там варится, он, грубо говоря, там штопает носки примерно. Я думаю, тут смотря какие дела делать. А вот что касается своего предназначения, это, знаете, такой вопрос. Дело-то не в предназначении. Вот я вам высказываю свою точку зрения. Дело не в предназначении человека, а дело в том, насколько он может развиться в данной жизни, насколько он может развить свои качества. Чувствуете? То есть это ваш личностный рост в течение жизни. А предназначение, ну вот я написал книги, это одно там сделал, ага, там, грубо говоря, там построил дом, это, как бы сказать, другое там предназначение. Вот так вот, знаете. Сочинил музыку, стихи там. Предназначение – это просто вы свои таланты, которые у вас имеются, будете использовать на то или на другое. А вот талант своего собственного развития и личного роста – это совершенно разные вещи. Поэтому не путайтесь в предназначениях и там в делах и личностном росте.